Чистоозере открылся завод по убою и первичной переработке мяса. Это событие – начало значимого этапа в работе предприятия «Велес» и в экономике не только Чистоозерского района, но и Курганской области в целом. В чистом поле, с нуля, в условиях пандемии, строительство объекта не останавливалось. Там и есть на что посмотреть на самом деле. И хотел бы поблагодарить Диму Летякова, Диму Каширина, которые взяли на себя время всех этих тяжестей, построили великолепное предприятие. При выходе на проектную мощность предприятие планирует перерабатывать от 120 голов свиней или 15 голов крупного рогатого скота в час. Мясное сырье будет охлаждаться в современных камерах, после чего поступать на отгрузку. Предприятие оснащено оборудованием от мирового лидера австрийской компании «Форан». Все процессы компьютеризированы. Это, конечно, впечатляет, потому что это, наверное, единственное такое предприятие, не только в Курганской области, но, наверное, и, может быть, и во всей России. Я, как сам по образованию ветеринарный врач, для меня, конечно, это очень важно, потому что здесь соблюдены все нормы ветеринарного законодательства, ветеринарно-санитарной экспертизы. Это очень важно для того, чтобы мы кормили народ экологически и качественной продукцией, и, наверное, чтобы она была освобождена от инфекционных и от инвазионных заболеваний. Обеспечение производства собственным мясным сырьем и снабжение рынка свининой высокого качества – приоритетные задачи предприятия «Велес». Именно для этого в 2012 году в Чистоозере построен первый свинокомплекс, который дал старт работе целого агропромышленного холдинга. Сегодня в него входят комбикормовый завод, элеватор, на полях трудится современная сельхозтехника. Построен второй свинокомплекс, а также действуют очистные сооружения. Появление высокотехнологичного завода по убою замкнуло цикл «от поля до прилавка». Предприятие очень динамично развивается, и каждый год что-то они делают новое, что-то двигается вперед и делают то, что не то, что в области, в России не всегда есть. Поэтому должен сказать, молодцы ребята, так держать. Хотя знаю, это как это не просто все дается. Чистоозерский агрохолдинг работает с чистопородным поголовьем – ландрас, дюрок и йоркшир. Именно эти породы – основа качественного мясного сырья. Сегодня общая мощность объектов составляет порядка 35 тысяч голов. Современнейшее оборудование, самое высокотехнологичное, санитарные нормы, противопожарные нормы, нормы техники безопасности – все соблюдены на 100%. Приятно было посмотреть, поскольку я сам технического склада руководитель был, эту технологию видеть уже воочию, уже внедренную, и очень было приятно увидеть, и приятно удивлен то, что здесь у нас появилось в Курганской области. Современное производство даст 25 новых рабочих мест специалистам разного уровня, которые уже прошли обучение и стажировку по технологии убоя от профессиональных экспертов Европы. Специалистов будем обучать с нуля. Это не просто, но и с другой стороны не так сложно. Поэтому должны быть стрессоустойчивые граждане, которые проходят медицинское обследование и на стрессоустойчивость, и после этого они допускаются к данному производству. Штат еще не укомплектован, созданы только 25 рабочих мест, которые здесь, пока по одному человеку на два места. Но тем не менее подыскиваем людей. Здесь должны быть ответственные ребята. На объекте внедрена гуманная технология убоя. Сам завод соответствует стандартам по защите окружающей среды и утилизации отходов. Компания «Велес» является не только ведущим переработчиком мяса, но и крупным налогоплательщиком. В прошлом году более 100 миллионов рублей налога на прибыль было уплачено в бюджет Курганской области. Компания заботится о своих работниках, развивает их. Работники проходят обучение, компания демонстрирует хороший, достойный уровень заработной платы. И одновременно с этим, дорогие друзья, является таким хорошим флагманом социального ориентирования. Очень многое делается для родного района, для Чистоозерья, за что хочу отдельно поблагодарить. Современнейший комплекс. Ну, я думаю, что все вы были и разделяете мои чувства. Отдельная ценность то, что комплекс замкнутого цикла, практически нет отходов, хорошая экономика и очень хороший технический уровень. Но опять же рабочие места, что так важно для нашей области. В этом году на предприятии «Велес» предстоит еще одно открытие – начало работы животноводческого комплекса. Здесь будут выращивать мясные высокопродуктивные породы коров.